Вот, вот он будет. Давай этот, это куда? А большой потом здесь. И на нас так сюда не сделали. Образовалась трещина. Вчера поставили маячки. На старых маячках тоже началась трещина. Сегодня установили новые, пока ничего нету. Пока нормально. А старые? Ну, новые еще не потрескались. Ну вот, потому что трещины вот здесь вот пошли. Да, вот. Сейчас такая трагедия совершилась у людей, у нас неизвестно, что будет. Никто к нам не приходит и не говорит, постучаться и сказать, выйдите вот на собрание, вот в это, вот такую-то информацию вы получите. Почему сейчас мы в неведении сидим столько дней? Уже нету. Плановая работа идет. План. Ну, они даже здесь обслуживают. Вот с понедельника началось, и 4 дня планово вы все обследовали, всякие инстанции, все. Ну, на 4-й день он упал. И вот так же у нас сейчас. Вы каждый день видите, вы у нас что-то... Пойдемте на дорогу. Я вам скажу, здесь маяки выставлены, трещины, медали. Ну, вот же сломался этот, обвалился этот дом, обвалился же. Давайте все пойдем. Ой, не знаю, девчонки, да. Если клиент документально не зафиксирован, как можно говорить о том, что дом обрушится? Как? Ну, обрушился же как-то. Обрушился же, да. Пойти на дорогу, похулиганить, это все могут. А врало нельзя делать. Пусть один сюда приедет. Пусть там его отчитается, скажет там, выезжает там, не выезжает там. Что нам делать? Как мы должны жить дальше?